Спортивные выходные провели всей семьей. В Пущино состоялся юбилейный городской семейный кросс-эстафета. На старт в этот день вышли более 30 человек, которые доказали, что для любителей и профессиональных спортсменов нет плохой погоды. Мы готовы! Для Алексея, Милены и Арины спорт – образ жизни. И это не просто слова. Брат и сестры – воспитанники лыжной секции. И хоть для снега еще рановато, с удовольствием принимают участие в пущинской семейной кросс-эстафете. Для них это добрая традиция, которой не может помешать даже дождливая погода. Лично для меня это очень интересно, весело, есть чем заняться. Но это не то, чтобы ты сидишь и тухнешь дома. То есть всегда есть интересно, есть куда деть эмоции, силы. То есть не бездельничаешь, так сказать. На старте 15-й юбилейной семейной кросс-эстафеты 13 команд. Три дистанции, каждый по 500 метров. Участники готовы к соревнованиям. Внимание! Марш! Здесь мамы, папы, сестры, братья и даже друзья семьи. Выходят на дистанцию не для того, чтобы доказать, что они лучше, а для того, чтобы стать единой дружной командой. Так считают и организаторы мероприятия. Проводим все время пробеги. У нас фонд уже 20 лет существует, и решили, чтобы вместе не только взрослые отдельно и дети отдельно, но чтобы все вместе бежали. Во-первых, они приучаются к спорту, во-вторых, семья укрепляется. Дети всегда очень рады, когда и бегут, и еще и родители тут вместе. В общем, такое радостное мероприятие. Все, когда у нас участвуют, все стараются потом к нам приходить. Болельщикам тоже некогда скучать. Под руководством задорного клоуна они поддерживали спортивный дух и хорошее настроение бегунов. Участников спортивного праздника угощали горячим чаем. Каждый награжден грамотами и ценными подарками. Первое место заняла команда Ивановых-Шуркевичей. Любители спорта признаются, погода не испугала. Взбодрила и подарила такие незабываемые впечатления. Интересно. Очень интересно. Для удовольствия. Размяться хорошо. Мы ради детей. Они позвали, мы участвуем. Пущинский общественный благотворительный фонд детского спорта неоднократно победитель премии «Наше Подмосковье». Свой семейный юбилейный забег они провели также при поддержке Федерации бокса России и общественного движения «Здоровое Отечество».